В Твери входит в завершающую стадию кампания по ремонту дорог. По нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» уже отремонтировано 19 объектов из 27. Сейчас работы ведутся на наиболее крупных и важных магистралях. Но некоторые подрядчики нарушают сроки, предусмотренные контрактом. Подробности расскажем в нашем сюжете. На улице Андрея Дементьева затишье. Еще 2 недели назад здесь должен был лежать асфальт. Но пока готовы только тротуары, а на проезжей части покрытия так и нет. Администрация города начала претензионную работу в отношении подрядчика. Он обязуется выполнить до конца недели, уложить асфальт и уложить недостающую плитку на пешеходном переходе. А это одна из главных магистралей Заволжья – улица Горького. Здесь демонтировали пришедшие в негодность трамвайные рельсы и шпалы. На их месте уже уложено 20-сантиметровое щебеночное основание. Сейчас укладывают выравнивающий слой асфальта. Активно ремонтируют и 3 улицы, включенные в программу дополнительно. Это Беляковский переулок и подробная Иск Лескова. Есть у нас дополнительные объекты, они тоже сейчас работают ускоренно. В частности, на улице Склескова уже положили на всей протяженности асфальт. Делаются на улице ипподромной тротуары. Суммарный объем выполненных работ, которые провели в рамках проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги в Твери», превысил 80%. Работы на оставшихся объектах улично-дорожной сети сейчас на завершающей стадии.